Дисклеймер. Привет, я третий. Я продолжаю проходить Undertale. Руки я свои подготовил. Помнишь? Подожди, а можно тут вернуться? Помнишь, там был какой-то магазин? У меня же все равно монеток очень много теперь, правильно? Давай-ка мы попробуем там что-нибудь купить нормальное. Так, подожди. Где у меня там кнопки, блин? Надо еще подготовиться. Так, давай вернемся в тот магазин. Помнишь, где нам говорили переулок, мол, зайди. Так, куда нам вообще? А где я был? Я тут вообще был, нет? Я предлагаю все-таки купить что-нибудь. Хотя бы какой-нибудь там меч или еще что-то, чтобы урон больше был. Потому что ты видел, у меня то, что урона хватает, это вообще мелюзга, это вообще говно, оно ни на что не способно. Так, хорошо, что тут можно вернуться назад, смотри, замечательно. Так, вот, вот сюда нам показывают, надо идти. Эй, зацени, да, зацени, купить. Тебе стоит купить все, пистолетка. А оружие 12 атака плюс 7 к атаке. Получи не пули не прилагаются. Ага, атака повышается, когда надета. Броня 600 м. А у меня сколько всего? Загадочный ключ. Наверное, от чего-то дома, лол. А, зачем мне чей-то дом? Ковбойская шляпа. Ну, слушай, броня 12, нормально, да. А, у меня 973 еще. Давай пистолет. А, мне надо сначала продать что-то, да? Ну давай продадим что-нибудь. Спасибо, но нам типа ничего особо не нужно. О божечки, может достать нам гламбургеров? Нам не особо нужно что-либо вообще. Стой, я заплачу 1000 м, если метатон распишется у меня на заднице. Понятно, до свидания. Так, давай-ка вообще вещи. И выкинем. Паёк астронавт, а ковбойская шляпа, во-первых, это использовать. Вы экипировали ковбойскую шляпу. Она теперь место занимает у меня, нет? А, мужицкая бандана, вот это теперь можно выкинуть, например, да? Отлично, тогда пошли, вернемся к ним. Купить пистолет. Ну, пистолет, блин, на кой хер мне он? Пули не прилагаются. Объедки лечит 17, узу можно нехило откусить. А, ну давай, слушай. 17. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, все-все-все, выйти. Говорит, все, пошли. Слушай, давай еще посмотрим, может, кто еще что продает. Пошли-ка назад. Вон там я видел, что-то еще есть. Давай посмотрим, что. Не-не-не-не, что. Так, это вот здесь. Это что? Добро пожаловать. А, это бургеры, да, которые она просила. Звездные портфели Герада. Стейк 60 узу. 20-40, нихера себе. 300 монет. Но это слишком дохера, мне не надо. Извините. Выйти. Блес... Какого? Блест особого дня? Нет, до свидания. Так, там что у нас? Что еще есть? Это что? Тук-тук-тук. О, обслуживание номеров. Принесли мой морской чай? Да, нет. Тогда... Ла, я понял. Пошли посмотрим. Подожди, а там пройти дальше можно? Нет, нельзя. А ты что, сам капаешь и сам же вытираешь? Ладно, тут больше ничего покупать нельзя, но я надеюсь, мне броня хотя бы такая хоть... А, кстати, там влево еще что-то есть. Пошли посмотрим. Ты что-то продаешь? Буль-буль, прежде чем отужинать здесь, вам нужно зарегистрировать себе столик. Так, вам нужно зарезервировать себе тут столовые приборы, иду. Я понял, нет, мне ничего ужинать тут не надо. Я думал, тут еще какой-нибудь магазинчик будет. Но раз магазинчика нет, тогда... Пойдем дальше. Я себе вроде приобрел ковбойскую шляпу нормальную. Хотя, может, взять пистолет. Давай еще пистолет возьмем. Че нет? Так, давай, 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 спускаемся. Да, возьмем пистолет, мало ли, там без пуль пригодится он нам. Вдруг без пули можно использовать его. Так, давай, давай. А, нет, нет, нет. Сначала выйти. Да-да-да-да-да. Сначала выкинуть мне надо. Вещи. Объедки нет. Давай. Добромороженое используем. Так, отлично. До предела я восстановил себе ХП. А вот теперь можно купить пистолет. Да. Распродано, отлично. Выйти. Выйти. Типа, пока еще увидимся и все такое, окей. Значит, теперь вещи. Пистолет. Использовать.
Вы экипировали пустой пистолет. Отлично. Все-таки меня наебали. Пистолет без патронов. Все-таки он реально без патронов. То есть я сам себя обманул. Круто, я красавчик, прям молодец. А где мне теперь, блядь, патроны к нему взять? Зашибись. Это я гений, конечно, ну молодец. Слушай, пошли теперь по той дороге, которой мы были только что. Потому что там видел, уже два врага было на коротенькой дистанции. Я думаю, все-таки я правильно шел в тот раз. Да, в тот раз я думаю правильно Опа, не туда. Потому что два врага сразу на дороге. То есть, соответственно, правильно я все сделал. Теперь дай-ка поищем, где все это. Какая же тут длинная дорога. Лазеры я отключил, это, конечно, хорошо. Они теперь не работают, замечательно. Я могу путешествовать по карте. В принципе, если бы у меня было время, я просто сгонял куда-нибудь далеко-далеко назад и все. И себе бы там что-нибудь приобрел. Блин, какой огромный лабиринт, ни хрена себе. Вот здесь на меня нападали, сейчас не должны, по идее, еще нападать. Да блин. Три монстра, что за кошмар? 64 хп у меня теперь, вот. А сколько у меня до этого было? Что это было, слышу? Ой, это у меня что ли пистолет дал возможность, что ли? Ты видел? Что сейчас произошло? По несколько урона сразу. А, ни хрена себе, сотка урона, это вообще зашибись. Блин, задел напоследок. Слушай, да вообще нормально. Чу, ты видел? По 30 хп урона раньше было, и теперь сотня урона. Ни хрена себе. Это вообще мощь. Это я учитывая, что еще не попадаю нифига. Вообще шикарно. Мне монет накидывают и всего подряд. Включить. И что я сделал? Зашибись, пошли, короче, все подряд комнаты исследовать дальше. Чё, на слева-право, пошли влево. Посмотрим, что там. А, тут еще вверх. Можно, сука. Это что такое? А, выкинутый мусор, лежит гамбургер. Возьмете ли вы это? Давай возьмем, хп-шку будет. На дворе нет места. Ну нет, так нет. Так, что тут пишут вообще? Почему бы вы не расслабиться и не прикусить? Я понял. Но мне пока восстанавливать хп не надо. У меня и так полно хп. Я так понимаю, у нас тут будет очень много монстров. У нас тут будет очень много монстров, поэтому мне дают везде возможность еды собрать. А это вот нельзя вниз, я понял. Что, а все-таки куда мне надо? Давай сюда пойдем. Это мне просто блуждать по лабиринтам надо, что ли? Так, ну здесь вроде не было, и тут длинная дорога. Так, зашибись. Я случайно, подожди, назад хп, давай сохранимся на всякий случай. За этой дверью должен быть лифт королевскому дворцу. Опа, все. Королевский дворец, отлично. Блин. О да, вот и ты, дорогуша. Прекрасный момент, чтобы выложить карты на стол. Пора наконец остановить несправедливого робота. Нет, неисправного. Неисправности. Перепрограммирование. Спустись на землю. Все это было лишь большим шоу-представлением. Альфис дурачила тебя все это время. Наблюдала за тобой за монитор. Она привязалась к твоим приключению. Она отчаянно хотела стать его частью и решила вписать себя в твою историю. Она перезапустила головоломки. Она выключила лифт и попросила меня досаждать тебя, чтобы спасти тебя от опасностей, которых в помине не было. Чтобы у тебя в мыслях было только, как же она хороша. А я говорил, что с ней что-то не то. Хоть это и не так. А теперь время ее звездного часа. Прямо сейчас Альфис ждет снаружи. Во время нашей битвы она вмешается. Она приготовится, что отключила меня, спасая тебя раз и навсегда. И тогда она станет героиней твоего путешествия. Благодарен, если ты даже позволишь ей убедить тебя не уходить, или не позволишь. Понимаешь, с меня достаточно этих предсказуемых игр. У меня нет желания вредить людям, вовсе нет, правда. Я хочу лишь развлекать. В конце концов, разве публика не заслужит хорошего шоу? А разве хорошее шоу обойдется без сюжетного поворота? Эй, что происходит? Дверь только что закрылась сама по себе. Простите, ребятки, старую передачу только что отменили. У нас готов финал, который снесет вам крышу. Чё это? Настоящая драма, настоящий экшен, настоящая резня. В нашем новом шоу «Робота-убийцы». Что? Так он хороший или плохой? Я что-то не могу. Не могу понять, мимо. О да, это я был тем, передал ядро. Да, это я был тем, кто нанял всех убить тебя. Однако это был недовольный клан. Что, знаешь, тебе будет лучше 100 раз убить тебя самому?
Это игрушечное оружие не сработало против меня, дракуша. Ты что, не понимаешь, что я подыгрывал? Да что такое-то? Послушай, дорогуша, я видел, как ты сражаешься. Ты слаб. Если ты продолжишь идти дальше, то Асгор заберет твою душу. И с твоей душой Асгор уничтожит все человечество. Ах ты так, да? Окей, окей. И сейчас действительно Альфис вмешается и типа спасет меня. Но если душа достанется мне, я смогу помешать твоему плану Асгора. У меня получится спасти человечество от уничтожения. А, я понял. Да ты что, урод что ли? Ублюдок, мать твой. Ты что творишь вообще? Блин. А, в принципе, пофиг. Затем с помощью твоей души я пересеку барьеры, стану звездой, которой я всегда мечтал стать. Сотни, тысячи. Нет, миллионы людей будут моими зрителями. А, я понял. Окей. Это несложно, в принципе. Когда она там уже влезет к нам? Алло. Шик, гламур, и наконец получу все это. И что с того, что кому-то придется погибнуть? Это шоу-бизнес, детка. Ох, я ненавижу то, что там у вас там происходит, но... Я не вижу, что там происходит у вас, но... не сдавайся, хорошо? Есть один способ победить Метатона. Нужно... Это прототип, так что не суди строго, и ты ведь знаешь, что Метатон всегда стоит лицом вперед. Это потому, что у него переключатель на спине, так что если у тебя получится развернуть его спиной и щелкнуть переключатель, тогда он станет уязвимым. Но мне пора. Окей. Похоже... Блин, я случайно. Окей, а как мне его развернуть? Вот и все, дорогуша, пришло время прощаться. Мимо. Но это, в принципе, пока не сложная битва. Это пока очень легко. А как мне его развернуть? Вот и все, дорогуша, пришло время прощаться. А, нихера себе, бомбы прям вот так вот действуют. Метатон. А если действие... Метатон. Развернуть. Вы говорите Метатону, что позади него стоит зеркало. Ого, зеркало? Верно, я должен выглядеть бесподобно для нашего грандиозного финала. Не вижу, где же оно. Ты что, только что щелкнул моим переключателем? Прикинь, надо было действие щелкнуть. Сука, пиздец, кто бы знал. А я еще просрал одну хпшку из-за этого. Оу, yes. Это что за херня? О, моя секси-герл. О боже, если ты щелкнул мой переключитель, это может значить лишь одно. Ты хотел увидеть мое новое тело раньше премьеры. Как грубо. К счастью для тебя, я и сам уже давно хочу показать это. Так что благодарность, я тебе дам красивую награду. Я сделаю последнюю секунду твоей жизни. Вау, абсолютно прекрасные. Этот он, Экс, начинает свою премьеру. Слушай, вообще классная какая, смотри. Блин, какая прикольная. Yeah. А, я понял. А может мне просто подождать, пока у нее рейтинги упадут на ноль? Давай просто подожди. Хотя, у меня не просто так же битва нарисована тут. Минус 100. Драма, ага. А, это типа... Времени, я так понимаю. Слышишь, что за херня? Нихера себе. Метатон, а ну давай. Да блин. Это вообще жесть. Что за прикол? Я в шоке вообще. Это же вообще сложно. Нихера себе. 98, бля. Как я это вообще должен предсказывать? Вот такие вот удары в последнюю секунду. Обалдеть вообще, ты видишь? О, время для викторины. Я надеюсь, что ты принес клавиатуру. Это вопрос сочинения. Краткое эссе, что в Метатоне вам нравится больше всего? Нет слов? Время вышло. Что? Почему бы тебе не показать тебе свое... Нихера себе, что происходит вообще? Да хорош уже! Мне 4 хпшки вас. Блин, это что, прикол? Пошел в жопу. Да ж, и ты куда ты летишь вообще? Да капец, да что ты делаешь?
метадон. Ну все, я походу просрал, да? С такими успехами, конечно, я шел вообще. Капец. Ай-яй-яй-яй, уходите, уходите, уходите. Промазали, промазали. Петухи попали. Не, давай, не-не-не-не-не-не, давай вещи и поесть. Лапша, паёк, грубо, объедки. Вы едите объедки, публикуете, ага. Вы становитесь... А, но каков твой... Каков ты на танцполе? Сука. Да ты чё, издеваешься? А, синяя мне не забирает хп, что ли? Капец, это, конечно, жесть. Вот это подстава, я в шоке вообще, конечно, как мне... С таким надо. Так, синяя, я так понимаю, линия мне не забирает хп. Окей. И он сейчас резко в другую сторону пойдет, да? Нет, пока нет. Так, смотри, как... Ой-ой-ой-ой-ой, совет камера бомбы. А, все, я понял. Все, я понял. Нет, давай-ка еще вещи. Доброж... Это что, добромороженое, все. Остановили хпшку, отлично. Вы заколебали, слышите, я на вас всю еду трачу, чтобы победить метатона этого. Конечно, он теперь вообще выглядит веселый перерыв. О. Что? Он выглядит вообще шикарно, мне нравится, как нарисовали, но... Может, и реально, если бы я подождал, то... Ничего бы, то он бы просто так развалился, а мы так отдались друг другу, друг от друга, дорогуша. Можешь поговорить сердцем, с сердцем на сердце? Да ты, падла, заколебал меня попадать. Получилось? Метатон. А я сколько хп ему... Да вы что, издеваетесь? Я что, его просто по кусочкам разбирать должен? Ре, руки, к, кому нужны руки с такими ногами? Ну да, ножки, конечно, классные. Я все еще собираюсь победить. Ты, сука, издеваешься, что ли? Я на тебя сейчас все просто, всю еду потрачу. Ты заколебала уже. А теперь обратно, зашибись. Конечно, я типа должен обратный порядок запомнить или что? Ну все, я походу проиграл. Зато во второй раз я точно буду знать, как надо играть тут. Так. Во второй раз я выиграю точно. Так, лапша одно эскимо. Это что? Одно эскимо. Ну, хотя бы тоже восстановила хп, и то хорошо. Короче, на-на-на-на-на, падла. Ладно, хпшку у меня все еще есть немного. Так, 97 хп. Может, у меня даже есть шансы выиграть, прикинь? Только я потрачу действительно всю еду. Или ты просто настолько сильно себе уверен? Блин, я забываю читать. А, уже, знаешь, насрать. Я просто уже получаю урон и все. Паёк астронавта. О, нормально так восстановил, да, ну хп. Только жаль, я сейчас потрачу все это. Но я думаю, что мы уже оба знаем, кто держит... Короче, читай текст. Узри же истинную силу кумира человечества. Так, давай, я попаду. Попадай пока. Ну. Отлично, есть. Отлично, битва. Раз, два, три, четыре. 115 урона почти уже выиграл. Звезда ли ты? Сможешь ли ты защитить человечество? Смогу, конечно, что ты гонишь. На. Да, конечно. Да, попробуй подойти ко мне. Да, конечно, ага. Ох ты, ты что, хитрожопый, я не ожидал, что ты так сделаешь, слышишь? Это вообще нечестно так делать, это незаконно. Вот так, отлично. Да, раз, два. Смог. Блин, почти, чуть-чуть осталось. Так, сейчас он по-любому в другую сторону сможет направить лазеры, да? Когда появится белый. Нет? Тю. Было очень странно, я прям уверен был, что он так сделает. Все, я победил его. Ага. Так я ошибался, дорогуша. Ты действительно достаточно силен для Асгора. Ну что ж, тебе пора идти. Не волнуйся за меня. Может, кажется, будто я умираю, но...
Доктор Альфи всегда сможет меня починить. И кроме того, даже если у меня не выйдет стать суперзвездой, мне все же удалось выступить перед человеком, не так ли? Так что спасибо тебе, дорогуша. Ты прекрасный зритель. Скребали. Но это было действительно потно, мне теперь надо идти хп себе восстанавливать столько, что я не представляю сколько. Мне удалось... подожди. Удалось... отпереть замок. Мы двое... Господи. Метатрон! Метатрон, ты что? Эй, не волнуйся об этом. Я всегда смогу... Могу построить другого робота. Почему бы тебе не пойти дальше? Не, давай... в смысле назад нельзя? Это что, издевательство? А у меня хпшки нет. Это нечестно. У меня хп нет. Ну, зашибись. Чё, прости за это. Пошли дальше. Значит, ты вот-вот встретишься с Гордом, да? Ты должно быть... О, очень волнуешься из-за этого, да? Отстань! Дай мне хпшку лучше. У меня вообще еды нет. Наконец-то ты попадешь домой. Так давай вещи. Добромороженое использовать. У меня 27 хп из 68. Но это вообще мало, ты понимаешь? Я проиграю, если сейчас со Сгордом биться уже. Подожди. То есть, я просто собиралась сказать прощай и... Я этого больше не выдержу. Я солгала тебя. Одной только человеческой души недостаточно, чтобы пересечь барьер. Он требует, по крайней мере, душу человека и душу монстра. Если ты хочешь попасть домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить Эсгора. А, ну ладно. Мне жаль. А типа то, что я Мюриэль вначале случайно убил, это не считается? У нее типа души нет или что? Все, замок Эсгора, где там? А, мне типа даже не выбрали, да? Не дали выбор, куда мне ехать на лифте, ну окей. А я успею уже 22 минуты, как бы, победить Эсгора. А хотя у меня есть выбор, типа, у меня сохранений даже нет. Как долго он едет, слышишь? Наконец-то. Сохранение дайте. Ой, какое все черно-белое. Сохранение есть. Тогда думаю на всякий случай сейчас сохранить, потому что вдруг со Сгором там будет очень долгая битва. Поэтому на этом все. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал. Скоро увидимся.